Дезертир и сайт videogameplay.ru представляют. Или просто у меня нету таких вещей, чтобы туда пройти, не знаю. Ну, кстати, да, есть такая вероятность. Потому что лично сам я пока не могу додуматься, как туда можно попасть вообще. Хотя, стоп, у нас же есть бластер. Который ни хрена не выстрелил. Да. Она на меня насрала? Молчу. Так. Итак, минус одна мышка. Я просто думаю, за кого бы мне кинуть какашку, за своего. Хотя, а, ну там без разницы, в принципе. Ты на меня накакала. На! Отведай мою какашку! Давай, Баттлс, добей эту мышь. 10 гребаных хп, но она еще по идее... Ай! Ну, по идее, еще умрет. Вот она умерла, кстати. О, сейчас выстрелила. Почему в прошлый раз так не выстрелила? Непонятно. Готово! Так. И что мне с ним делать? Да. Собственно, мы вылезаем вот здесь. Здесь остается открытым. Все, и мы бежим обратно, потому что это, наверное, будет лучшей идеей в данном случае. Так. Я думаю, пора возвращаться к мистеру Какахину, или как он там назывался. Вспомнить бы, как говорится, только как именно к нему возвращаться, было бы вообще все отлично. По-моему, вот так. Ага. Вот, смотрите-ка, все отлично. Можно сказать, что я вспомнил. Except against bosses, of course. I might have shit for brains, but I'm not stupid. And I can't help you more than once per day. Just like I can't help anyone who won't help themselves with rehab.
Ну вы поняли, что теперь у нас появилась новая гипер-пупер-мупер способность — кусок какашки. Надеюсь, не надо объяснять, что этот кусок какашки может сделать. Так, ну вылезай. Так, бежим обратно, в общем. Пробуем не нарываться ни на какие особые неприятности. Чел, ты меня пугаешь. А ты меня типа нет, да? На самом деле, да, он меня не пугает. Так, смотрим, куда нам надо. Потому что я ни хрена не помню, куда нам надо. Нам надо в школу Готэм. И нам какое-то вот задание. Обыщи территорию вокруг церкви, чтобы найти iPad. Ладно, давайте сюда сначала. Так, эльфов в задницу. Не хочу я с ними общаться сейчас, мне лень. Хотя можно было бы, в принципе, один удар и все, эльфов нет. Who's that? I think it's that new kid people are talking about. Beat it, new kid. This area is strictly for goth kids. What's this? Join the kingdom of Koopa Keep to battle the wicked elves. All recruits welcome. Sorry, Frodo. We don't play dungeons and douchebags. Yeah, beat it, new kid. Aw, come on. Let's do it. We never do anything. No way. We can't do what this kid asks us to do. He's a conformist. Look at his clothes and his hair. Yeah, tell you what, new kid. Get the right clothes and some cigarettes and coffee and then talk to us again. Yeah, if you want to prove you aren't a conformist, then you need to look exactly like we do. Then maybe we'll consider hanging out with you. Нормально, да? Ну чё, пойдем одеваться, у нас выбора не особо много. Так, давайте тогда сразу телепортнемся. Куда нам там, что там, сигареты. Нам нужны сигареты. Вы просили меня дать вам больших шестиклассников. Получайте, ща будут. Stick is ours. Stick is ours. Stick is mine. Да, я уверен насчет этого. Раз, два, три. Получи. Хотя я не хочу, честно говоря, сейчас, чтобы он юзал свое трехчасовое заклинание. Вполне хватит этого. Итак, мы там про шестиклассников, кажется, говорили. Last cigarette. You guys got more? Yeah, we just stole a fresh pack. Not the girl kind again. Yeah, they're slibs. Smoke too if you're such a big bad asshole. Get lost, kid. We're trying to smoke here. Так. Держим, держим, держим в себе, даем немножко прикурить и... Take your stupid hair and leave. Да ладно вам. Так. А, нет, стоп, там еще пригодится это. А, делай свой ход, без проблем. Так, 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 и... Получай! А, чуть-чуть позже покажу, где это находится. Давай, мужик! Затащил, так затащил. Ау! Ау! На, под зад. Ау! Итак, у нас, собственно, остался один почти некоцанный пацанчик. Ну и, собственно, не важно.
Думаешь, ты уже. Отлично. Собственно, мы одолели всех этих нехороших людей и забрали у них сигареты. Да-да-да, мы одолели шестиклассников. Итак, четко и ясно показываю, куда именно нужно идти, чтобы попасть к Илгору. Ну, Эл, мне долго в скайп глядеть. Вот сюда, к Илгору. Вот сюда. Nice work. I will let you know of any updates on Manbear Peg. Make sure to share the news on Facebook. I'm super serial. Keep an eye out for Manbear Peg. I'll contact you on my internet when I pinpoint his exact location. Надеюсь, так было достаточно понятно, куда надо было бежать. Так, мне нужно кофе. А, нет, стоп, мне нужны еще готские шмотки, которые покупаются, кстати, самое смешное, вот здесь же. Депрессия, нонконформизм, тоскливость. Да, не за что. Так, ну, собственно, мы почти готовы. Остался последний штрих, так сказать. Нам нужно купить. Welcome to my coffee shop. Thanks for helping tweak out in the back room. Would you like to try some coffee? It's fresh, like a sun-dappled cornfield, ready for harvest. Так, стоп. Давайте пару целебных порций купим. Sorry, that's not available. My son has yet to pick up today's fresh local ingredients. Я думаю, этого хватит. That purchase qualifies you to be a friend of Tweak Coffee online. As a friend of Tweaks, you'll receive fresh homegrown emails. Then we'll sell your information to local spammers. Sure, we could sell it to one. Отстань. Оу, походу у нас проблема. Hey, there he is. New kid. New kid. The Elf King has requested your presence. You can either come quietly or you can fight, but I warn you. Fighting this fight at this point in the game is a complete waste of time, and you might as well skip it and just come with us. There is no way you can win, and fighting us will be a complete waste of time. Are you sure you want to fight? Okay, let's get this over with. Давайте их просто победим. You sure that is? Не очень, но мало ли, вдруг я прав. Так, у этого щиты, у этого нет щитов. Но у этого больше здоровья. Черт. Получай! Да, конечно, драться. Что мне еще остается делать? Баттерс! Покарай их всех! Ну, тоже хорошо. Щиты мне сейчас пригодятся, в принципе. Воу-воу-воу. Так. Верхнего бить только дальнобойными. Точнее, ближнего, нижнего только дальнобойными. Давайте мы все-таки попробуем добить нижнего. Отлично. Теперь переключимся на дальнего. На. Черт. Меня зафризил. Это нечестно. Мне холодно. Черт.
you up. Круто, он мне показал, где зимуют раки, и умер. Так, ближний бой, говоришь? Да без проблем, пацанчик. Так. Элкин, с учетом того, сколько у меня щитов и прочей фигни, я думаю, что мне и так пока нормально. Тем более они там все переумирают сразу. Черт. Я победил! Черт! Это нечестно. Это совсем нечестно. So, you're the new kid everyone is talking about. What's your name? He doesn't talk, Elf King. He thinks he's hot shit or something. You're playing for the wrong side, dude. What did Wizard Fatass tell you? That we broke the rules and took the stick last night? He's lying. Cartman is the one you should be fighting against. He's hiding the stick, which is cheating, and acting all betrayed and sad to get you to recruit more people for him. We tracked a Twitter raven who says you are currently trying to recruit the Goths for the Wizard. Go recruit them, but bring them to us. Then we can ransack Cartman's stupid kingdom and get the stick back once and for all. I'm trusting you to do what's right. And kid, if you betray us, we'll tell everyone you're a butthole. Тут передо мной. I'm sending our best ranger to help guide you. The bard is also at your disposal now. Тут передо мной сложный выбор. Я не хочу быть дыркой от жопы и при этом вроде как и Картмана особо подводить неохота, ведь Картман крутой чувак, хоть и скотина та еще. Ну ладно. В общем, пока я тут выбираю все, вы мне скажите, как вы считаете, кем мне лучше быть. Так, здоровье при каждом ходе в бою, нанося 10 урона. Да. Пока продаем ненужные нам предметы. Ну, тоже вариант, кстати. Упс. Я продал жезл разрушителей, как я мог. Да, опять я его продал, чтоб тебя. Где же жезл разрушения? Вот, все, все отлично. Всякого ненужного мне хлама на самом деле. Our king may trust you, but that doesn't mean I have to. Так, мы выполнили, кстати, Тиму. The humans have raised banners around town, claiming elf territory for their own. So saith the Well of Insight.
Plus, it's all over Twitter. The well says balance can be restored only if a chosen one were to fuck up their banners. Угу. Нам нужно уничтожить флажки. Keep out. Так, ну там, насколько я помню, только вот здесь вот есть что-то полезное. Вот. Все. Больше нигде там сверху вроде нет ничего. Так. Чё там Элгор, блин, все время пишет, уже бесит как-то даже. You know what every good bard should have? A flute. If I had a flute, I could play fantastic melody. If I only had a flute. My Facebook says the rancher might be selling one. You know where the ranch is? I'd love to see if I could buy that flute. Okay. All is lost. My contacts, my maps, my friends list, all taken from me by the She-Ogre. She has no soul. You will help me battle the She-Ogre and reclaim my iPhone? Perhaps you are one to be trusted. Very well. Let us end this. Ну давай. Don't let Cartman use you. Так. Собственно, давайте посмотрю, что у меня есть вообще из оружия. Жезл на плюс 150. Ага. Или у него тут что-то было покруче, по-моему. Я вот эту хочу штучку. Так. Ну да, у него тут покруче штука. Хотя нет, не круче. Там все-таки жезл тут получше будет. Вот. Так. Выбираем. Жезл разрушения. Изменить. Добавляем 50 урона к атаке оружия. Охрененно. То есть 50 плюс 50, и в итоге 200 урона, и это простым мечом. Точнее, ну вы поняли чем. Так. Получается, при каждом ходе. Слушайте, 15 брони, это неплохо, я вам скажу. Два очка мощности. Так. Ну, мы в каком-то смысле танк, нам нужна броня, наверное. Естественно, нет. Жду, пока она будет на скидке. И вот так. Я думаю, это будет отлично. А, стоп. Мы еще забыли, что у нас способности, кстати, появились. Так, и здесь нет очков. Через два левела будет очки, как я понял. Все. Блин, меня что-то Элгор достал уже, что мне пишет и пишет. Все время что-то Элгор пишет. Что он там пишет? Да ё-моё. Окей, еще плюс до 13 друзей. Так, я отошел в сортир, но сейчас возвращаюсь обратно. Чё? 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 Какого? Окей.